Всем привет! Сегодня я готовлю оливье для своего диабетика. Это блюдо, конечно, уже стало практически не праздничным, но Новый год и какой-то день рождения все равно не обходится без этого блюда. Единственное, сейчас мы делаем уже так, чтобы углеводов было поменьше, жиров поменьше, а хороших продуктов побольше. Принцип правильного питания. Долго рассусоливать не буду. Самое простое. Картошку мы с вами обследовали, изучили, что ничего мне страшного нету, но все равно желательно сахар не поднимется от нее, но и не упадет. Поэтому ее берем минимум одну картошину. Можно даже вообще заменить картошку, если вы боитесь ее применять, на фасоль отварную. Соленые огурчики. Так вот. Соленые огурчики. К ним свежий огурец, одно яйцо, зелени побольше, горошек. Я беру консервированный, вы можете брать замороженный, если боитесь. Мы уже проверяли это блюдо не один раз, у нас все прекрасно, никакой сахар не поднимается. И отварная морковь, тоже ее можно выпустить. У нас проходит на ура. Все по чуть-чуть и мясо, естественно, мясо. Здесь у меня курица, сварено два бедрышка. Заправим мы сметанкой и посолим. И салатик у нас получится очень даже полезный, нисколько не вредный. Все нарезаем, смешиваем, заправляем. И вуаля! Готов наш салатик. Варьируйте, смотрите сами. Все это кушать можно. Не переживайте, что ой-ой-ой, у меня диабет, ой-ой-ой-ой-ой, мне врач запретил. Да все можно. Можно, только осторожно. Считайте калории и употребляйте поменьше плохих углеводов. Картошка, я считаю, что это хороший углевод. Все равно. Все, режем. Ну вот, у нас готов салат. Посолить. Все, и сметанка заправить. Какая огромная чашка у нас получилась этого салата. А продуктов-то было. Раз-два я обчелся. Тут, если ему одному, так 4 раза поесть. Какой тут сахар может подняться? Никакого сахара не поднимется. Все будет прекрасно. И оливье будет на праздник, и сахар не поднимется, и вкуснота, и простота. Зелень, конечно, кладите по вкусу, кто как любит. Вот мой муж репчатый лук не очень любит, а зелень с удовольствием. Так почему не воспользоваться его желанием и сделать салат по его вкусу? Ребят, это и мой вкус. Спасибо, что в очередной раз были со мной, послушали меня, посмотрели. Низких вам сахаров, кушайте на здоровье и до новых встреч!